Всем доброе время суток. Представляю перед вами автомобиль. У нас Volkswagen Tiguan 2012 года выпуска. Автомобиль оснащен мотором 2 литра TSI. Также автомобиль на автоматической коробке передач. И он у нас с вами на полном приводе. Из плюсов этого автомобиля, если, например, рассматривать конкурентов Mazda CX-5, либо там Kia Sportage, Hyundai 35, то Tiguan в любом случае гораздо лучше, он гораздо надежнее, комфортнее, безопаснее, и качество материалов, само железо здесь гораздо выше, чем у тех машин. Так что, если хотите прочитать про плюсы, в интернете очень много информации, можете залезть, посмотреть, и вы поймете, что я был все-таки прав. Так, значит, у этого автомобиля всего лишь один владелец, кузов весь родной краски, свой родной пробег, машина всегда вовремя обслуживалась, по технической части вопросов к машине никакой нету. Сейчас мы с вами переместимся в салон, я вам покажу состояние салона и расскажу вам про комплектацию, что же все-таки у нас есть в этом Тигуане. Здесь у нас с вами чистенький салончик, сиденья, карты, дверей выглядят хорошо, достойно, чистенький, ухожен. Спереди у нас с вами тоже сиденье в хорошем состоянии, также карта дверей, панель. Водительская дверь, состояние, все везде отлично, никаких нареканий по салону нет. Так, расскажу вам про комплектацию. Значит, у нас с вами центральный замок, все стеклоподъемники, есть регулировка зеркал, также функция подогрева зеркал. Идем дальше. Здесь у нас с вами стоит коробка, настоящий автомат, гидротрансформатор от японской фирмы Asin. То есть эта коробка ставилась на многие автомобили, в том числе вот Tiguan, там Volkswagen Polo, Skoda Octavia. А также Skoda Rapid, то есть на многие машины ставилась коробка, вопросов к ней никаких нету. Единственное, чем они отличаются, то что на каждую модель, например, на Tiguan, это у нас идет Asin 09G, но немножко с другой маркировкой, она уже идет усиленная, потому что все-таки машина на полном приводе. На другие машины немножко идет другая версия коробки. В целом они ничем не отличаются. Так, значит, у нас есть электроручник, автоход, есть кнопка отключения стабилизации. Так, значит, дальше идем. Здесь у нас с вами располагается двухзонный климат-контроль. Подогрев передних сидений у нас находится вот на этих клавишах. Штатная магнитолка, довольно с приятным звучанием. Четкое такое звучание, очень мне нравится. Также при включении задней скорости у нас с вами включается задний партроник штатный. В комплекте будут ключи с брелком, сигнализация. И у нас с вами сейчас заведен автомобиль, идеально ровно работает мотор, ошибок абсолютно никаких не горит. Пробег на автомобиле составляет 169 тысяч километров. И еще раз повторюсь, пробег здесь свой, родной. Также вот подгрузилась автотека на этот Volkswagen Tiguan. Вот, пожалуйста, Tiguan, 2012 год. Значит, вот, пожалуйста, вам VIN-номер, пожалуйста, тут тоже есть, можете посмотреть. Значит, смотрите, автотека вообще все в идеале. Как я вам говорил, здесь свой родной пробег, один владелец, ДТП никаких нету, ни розысков, ни в залоге, ни все, все как бы чистенько, все галочки стоят зеленые. Значит, давайте, всех больше это интересует пробег. Пробег у нас здесь с вами ровненький, все как положено. Последняя отметка у нас была на пробеге 167 тысяч километров. Ну вот, значит, залогов нет, как я вам говорил, автомобиль один владелец. То есть, короче, автомобиль, зеленая автотека, и плюс в том, то, что если вы приведете автомобиль, в дальнейшем вам будет его также просто продать, потому что многие сейчас у нас смотрят и проверяют автотеку. Так что вот такой вот хороший, добрый Volkswagen Tiguan на ваших экранах. Машина у нас в наличии, приезжайте к нам на осмотр, вместе с вами мы сделаем тест-драйв, заведем, прокатимся на автомобиле. Если вам все понравится, то вы этот автомобиль прямо сразу же здесь у нас можете приобрести по системе трейдин в кредит либо за наличный расчет. Ну а на этом я с вами прощаюсь. Спасибо за просмотр этого небольшого видеоролика. Желаю вам, чтобы вы покупали только хорошие автомобили. Приезжайте к нам в салон столицы. Ну и на этом, наверное, все. Желаю вам хорошего настроения. Всем доброго. До свидания.